Всем привет! Сегодня едем на рыбалку. Выбрался отдохнуть немного на природе, покидать удочки, так как у меня с удачей по поводу рыбалки не сильно складывается. Мне проще пойти на базар и прикупить рыбы. Но рыбалка прежде всего это отдых. Вы отдыхаете, ну и также наслаждаетесь природой. Как ни крути, вода успокаивает. Ну и окружающая среда соответственно. Взял небольшой тормозочек. Снасти сварил манно-гороховой каши. Едем на один водоем, где я еще ни разу не был. Как всегда, клюет вчера и завтра, ну а я еду сегодня. Поэтому, если кто смотрит этот видеоролик, может вы сегодня как раз и поедете на рыбалку, знаете, скорее всего, что вы, как и я, ничего не впоймаете. Ну а там, как повезет. В общем, меньше слов, больше дела. Усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Добрался я до водоема. Вот здесь еще у нас будут рыбаки. Потом в процессе мы со всеми познакомимся. В общем, приступим. Будем сначала ловить на манно-гороховую кашу и обычную кормушки, а потом будем колотить кашу для флета. Первый будем цеплять горох. Обычный, потом ваниль, пенопласт и медовый. Сюда будем вешать мед. Уже идут последние приготовления. Водоем здесь не сильно большой, поэтому кидать далеко не нужно. Чик и чик. Раз. Посмотрим, любит ли здесь рыба обычную манно-гороховую кашу. Вот, видите, какая. Раз. Два. И три. Все. Два. И три. Пенопласт, горох и мед. Прям вот эту кидать вот туда, за мостик аж. Это ж у тебя самая крайняя стоит, да? У меня она, получается, легла прям посередине мостика. Прям посередине? Да. Угу. А ты, ну, может, от края начнем. А нам удобно будет кормить. Обошел бы.
Покидал я почти там, сколько там, 3 метра там. Минус. Поехали дальше. Это тоже чуть-чуть правее кинем. Вторая есть. Все, 3 закинуто. Будем ждать поклевку. Отпускаем фрикцион, потому что здесь есть монстры. И 3. На всякий случай. Поклевка. Да я вижу. Сейчас камеру включить же надо. Так, ну что, первая поклевка. Давай еще пикни. Разок. Если ты там сидишь. То так, попробовали кашу. Ладно, давайте подсечем. Вроде что-то есть. Да, есть небольшое. Ну да. Есть что-то. Ого. Маленький. Вообще малыш. Зеркальный. Так, ну чё? Открыли. Вот такой малыш. Первый. Ага. А еле-еле клювал. Давай. Иди за бабушкой и за дедушкой. Манно-гороховая каша. Рулит. Ну что, перезаряжаем. Перезаряжаем. Клюнул на горох. Значит, и горох будем ставить. В принципе, если работает каша, значит, на нее клюет. Буквально сколько? 20 минут прошло после поклевки.
карпик небольшой, но приятный. Вот и солнышко уже начинает выходить. Все. Навесиком. Глубина где-то порядка 3 метров. Дипера нет, но, как сказали, не сильно глубоко. И подсоединяем. Опустил. Опускает только карась, вряд ли карп. Да, мелкое что-то. Опускает, я говорю, только карась опускает. И клюет только среднее, дело в том, и всплывает, да, это 100% карась. Не, карась, карп так не всплывет. Угу. Так, ну что, уже размочились мы? Да, от нуля ушли. Так, ну что, вот карасик. Зачетный. Раз и два. Вот такой. Тихо, тихо. Карась. У меня на горох клюнул. Только средняя клюет. Видимо, точка нормальная. У меня две уже. Две удочки. Ага. Упирается, да. Угу. Да ну маленький, ну просто чтоб не путать. А, он ушел. Он вообще, да, он отцепился. Зацепил за это. Все, Боря, это, по-моему, фиаско. Так он постоял такой, подумал, не поймет. Ну да, он это. Не понял, в чем дело. Так, ну что, сейчас будем замешивать прикормку на карпа. Взял я вот такой поп-ап, десяточка. Мы его немножко потом подрежем. Я дома уже предварительно проверил, как он стоит у нас. Крючок, жало, ровно на дне стоит тогда, когда вот тут по бокам немножко спилим. По прикормке. Слива. Сейчас немножко замешаем и добавим туда макухи. И посмотрим, понравятся ли рыбе вот такие вот вкусняхи.
немножко для флета. Слышите, как пахнет? Дальше. У меня вот флеты такие по 50-70 грамм. Ну, различные. Потом вам покажу, как будем замешивать уже. Ага. Все, парень готов. До 500 грамм. Что, топим? Ну, конечно. Надо сегодня трофей поймать. Поймаем, будет. Все, никак кашу не могу замешать. Там поклевка, там поклевка. Высыпаем муку теперь с под макухи. Немножко сейчас потом сливового добавим. И будет у нас микс собственной разработки. Так, эти крупные выкинем. Сейчас еще чуть добавим. Во. Солнце вышло, и у всех поклевки начались. На этот фидер. О. Сейчас это все дело перемешаем и посмотрим, что из этого получится. Чик. Это все, в принципе, можно уже сложить в один кулек. Столик надо будет еще прикупить. А так по снастям вроде бы все есть. Перемешиваем. Химический запах такой. Я думаю, на сегодняшнюю рыбалку нам этой прикормки хватит. Смотря как будет клевать. Где-то пищит. Крайняя, наверное. А не, средняя. Это карась, скорее всего. Да, чисто по карасю. Да флет хочу сейчас зарядить. Кашу не дают замешать. Макуху? Ну, буду все пробовать. А не, сошел. Ну, ладно, сейчас мы перезарядим. И в одну точку. Одна средняя клюет и все. Там тоже поклевка.
Боря, у тебя клюет здесь. Ну, дело в том, что или перепутано, я не могу понять. Да перепутал, может. Я только не знаю, как она там оказалась. Видишь? Я не знаю. Собрал. Так он и здесь собрал удочку. Ну, мою собрал. Ну, я тебе говорю. Так он у Бори собрал удочку, вот так на тяжке была. Да? Может, это у него клюнуло и пошло. Подожди, да, ты перецепил, иди сюда, подожди, подойди. Не, на, тебе надо удочку сюда. Под низом да, пропускать. А ну, давай, давай. Давай. Только переходи тогда сюда, ля повел. Так он вообще в ту сторону, ни хрена себе. Не пищало, нет. Так и у меня не пищало, дело в том, что. Это, наверное, у Димы. Это он, наверное, тянет. Блядь, Боря, как? Стой, 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 подтяни. На, Андрюх, положи его туда. Тебе ближе сюда подтягивай. А ну, давай. Сейчас. Я его возьму сейчас. Все. А ты, Боря, отпусти фрикционом. О, о, сейчас он выйдет. Как оно так вообще у вас получилось, по-странному? Да не, ну у нас все там удочки. А у него там, но он же ж не мог туда кинуть. Мистика. Нашел я свой флет. Это я дома проверял, как по плавучести. Вот такой поп-ап, стопорок, крючок. Ну и поводок длиной сантиметров 8. Не больше. Так, вот сюда закидываем и каши. Трамбуем хорошо. Сейчас посмотрим, как она будет у нас залипаться. Тут семечка вот такая фракция, крупная в основном. И заминаем. Лишнее скидываем. Есть такая вот приспособа есть. И выдавливаем. О! Видели, какая красота получилась? Чуть-чуть ее трамбанем. Можно будет забрасывать конфетку. А, чувствуете, как пахнет? Давайте, наверное, самую крайнюю и туда ее, прямо аж на следующий мостик закинем. Пусть здесь лежит. Чуть попозже, наверное, еще одну зарядим, поставим на крайнюю. И тоже. В основном я кидаю практически до камыша. Вяжите на нитки все, либо плетенки, шнур. Так как это будет понадежней. Ну, либо толстую-толстую леску, если у вас вообще ничего нет. Главное не зевать. Подсак нужен? Не. Ну, или никого, давай, или карасик. Карасик, наверное. Хороший карась. Зачетный. О, видишь, это? Угу. Грамм 350. Да, нет, больше,
Да не знаю откуда. Да 350, не больше. Ну, у вас же весы есть. Есть. Хочешь, давай, давай ради давай, прикола давай, взвесим? Давай. 450. 450? А я бы сказал, там ран 3, там максимум. Думаю, ему не сильно больно будет. Так, 0. Мы вот так его протянем. Он заедет, да? Да. Все, отпускаю. 380. 380! День карася. Карп. Ага. Маленький. А ты говоришь, крючки большие. Долго. Есть что? Да это вообще какая-то. Карась. Плотва, что ли. Космотерка? Вообще не пойми, что это. Бой, я вбашивать ее не. На флет. А, здесь. Кстати, она вкусная. Я вот тогда привез, только пожарил. Угу. И карася. Ну, только если бы она была хоть побольше. О, Боря что-то там, блядь, серьезно. Карась. Что, я в садок? Да не, уйди. Что там, пошел, да ведь? Карась. Упирается что-то. Да, скорее всего, карась. Карп же, что он не отпускает. А карась идет к берегу. Дело в том, что у меня клюет только одна центральная удочка. Да они у меня все под камышом стоят. Жаровой. Хороший карасик. Будет доволен. А если ты. Та она говорит, три штуки, не больше, потому что я чистить не буду. Ага. Я рядом. А я сейчас попробую недалеко. Карасямба. Где-то фрикцион. Здесь, что ли? Что-то посерьезнее взялось. Давит. Карась.
А не, маленький карпик. Так, ну чё, клюёшь? На, поп-ап клюнул. Да ну, побольше, чем карась. Да не, вроде без подсака. Не-не. Но это не кука, это на поп-ап. Карпуша взялся. О, хорошо давит как. Почищенный уже. Стандартный. Ага, там мелочь. Маленький. Ну, все равно на кирпич нам меньше будет. Ага. А ты был на кирпич? Не. Вторая. Карась опять, что ли? Опускает. На флетик гороховый. А ты ближе стал кидать? Ну, я чуть-чуть ближе кинул, да, чуть-чуть. Ну, я дистанции постоянно это разные меняю. Ну, смотрю, она вот простояла и ничего. Может, и карпик не могу поднять наверх. Я не могу понять, а что он у тебя аж туда уходит? Уходит так этот, что ли, леска? А, не, это карась, он наверх всплывает. Ну это я уже выдернул. Ага. Или карп маленький. Да не, карась. Карпик он бьет сильно. Бьет. Да, а карась он идет вот так вот. Караси зачетные. Вы хотите, чтобы я вот это потом распутывал всю рыбалку здесь? Средняя опустила. Небольшой карась, скорее всего, потому что опускает свингер. Карасямба.
сейчас сразу. Перезаряжаем. Натянешь, Жека, я пойду. Давай. Да нахуй, не блядь, я не пойду, я поеду. Ну перекинул, ну бывает. Вот это разопаешь, я слышу такой. Королева просто. Я говорил, достай близко. Не, он нормально туда, прям в камыш. Там как раз самое красивое. Поехал вытаскивать. Да пусть едет уже. Вытащил? Да. Мне ему позвонил. Да куда ему позвонить? Телефон дал сюда. А он телефон на столе лежит. Так по его телефону и звони ему. Витя, я вытащил! Возвращайся! Да? Вытащил, да! Кормушку снимаем. А флет вешаем. Здесь берем поп-ап. Прокалываем шилом. По центру. Желательно с двух сторон. Берем специнструмент. И продеваем сначала поп-ап,
и цепляем на волос. Продеваем и спускаем поп-ап. Берем стопорок. И вставляем стопорок. И бойлом прижимаем. Все. И в итоге вот так выглядит флет кормушка. Опустил. Есть? Угу. Есть, есть, есть. На попке шерсть. Михалыч. Да. Карасямба. Это карп. Ага. Вот такой вот карпуша. Да, сегодня карася нормально надубасили. Карась хороший. Немножко перекусим. А,
опустил. Похоже, как карп давит. Да не, ну карп давит. А то позвонили, то это, блин. Да он и не сильно прям большой, ну. Оля, груз вытащили. Груз вытащили? Угу. А я не могу понять, что оно зацепилось. Тяжелое, капец. Да, да. Ты, блин, крючок прямо в груз залез. О, все. Так, крючок сюда. Да. Стой, груз. Все, груз. Надо куда-то туда. Теперь что? Теперь здесь. Угу. Это уже побольше такой. Да, интереснее. Экспонат килограммчик где-то, да? Да, ну где-то так. На кашку. Вот такой вот карпуша. Всем доброе утро. За ночь у нас не было ни одной поклевки у всего берега. Поэтому решили сделать утренний перезаброс. Солнце у нас только встает. Надеемся увидеть хоть утреннюю поклевку. Ну, посмотрим, как оно будет. И потихонечку будем собираться домой. Ну что, вот и подошла рыбалка к концу. Немножко подловили мы сегодня рыбки. Не забывайте, вы приезжаете на отдых, а за рыбой можно сходить в магазин, либо на рынок. Потихоньку собираемся по всему берегу. Так и не клюет. Спасибо, что просмотрели. С вами был Виконста. До новых встреч. Пока-пока.